Современный мобильный ФАП расположился на центральной площади Одинцова, на территории волейбольного комплекса. Так называемый «женский день» врачи Одинцовской центральной районной больницы и Центра здоровья измеряли артериальное давление, брали кровь на анализ, делали ЭКГ, заполняли анкеты на выявление скрытых факторов риска развития заболеваний, а также проводили гинекологическое обследование. Сейчас настало, наконец, время прийти в медицинскую организацию, в поликлинику, не потому что ты заболел, а чтобы узнать, насколько ты здоров. То есть пришло время обратиться к врачу за советом, как укрепить здоровье. Этим мы, в общем, здесь и занимаемся. Пациентки проходили самые простые и необходимые виды обследования. На прием к врачам попали 52 сотрудницы одной из организаций. Сами участницы выездной диспансеризации считают, что очень важно регулярно проверять свое здоровье. Тем более, когда это так удобно и быстро. Удобно, конечно, особенно для работающих граждан, потому что можно в работающее время пройти какие-то обследования. Не надо время тратить. Клиника на колесах имеет автономное энергоснабжение. Она оснащена всем необходимым для первичной диагностики заболеваний и оказания доврачебной и даже экстренной помощи. Многие жители округа уже оценили удобство передвижного пункта. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».